Улица Огородная в Заводском районе. Буквально через минуту с этой машиной произойдет то, чего опасаются большинство водителей, когда едут по саратовским дорогам. Аварийка, запаска, потерянное время, деньги и нервы. Ребят, ну честно, мне не до этого сейчас. Что тут рассказать? Тут одно и то же скажут день. Казалось бы, чем еще можно шокировать автомобилистов, кроме как таким состоянием дорожного полотна? Словно из прошлого на дороге появляется телега с лошадью. В наши дни в современном городе такое увидишь нечасто, а вот в средневековье именно на таком транспорте и передвигались. Но по саратовским дорогам только так, считают активисты молодой гвардии. Всех тише! Ребят, телефоны, камеры, это сейчас... Вылезти, потолкнуть. «Возвращение» или «Здравствуй, Средневековье» – такое название получил перформанс молодых людей. Плакат на лошади объясняет суть происходящего. «Устала спотыкаться, хочу хорошие дороги». Асфальт разбит настолько, что на днях в яму здесь провалилась маршрутка. Водители стали самостоятельно сооружать из подручных средств опознавательные знаки, предупреждающие о глубокой яме. Мы видели не раз в соцсетях, где люди выносят для обезопасивания, обезопасить машины и диваны, чтобы с надписью, и холодильники ставят с пометкой, чтобы... А были аккуратнее водители. На акцию пригласили представителя Министерства транспорта и предложили ему прокатиться в телеге и лично проверить качество дорог. Пришли только вы, а с города, к сожалению, никого нет. И хочется верить, что они, может быть, с ними все в порядке, а то, может быть, просто они не доехали по дороге. Я могу сказать, чтобы это все осуществить, нужны большие вложения, чтобы это все... Чтобы приехать сюда? Нет, чтобы вот это все привезти в порядок. На проблемный участок молодые люди уже обращали внимание в прошлом году, когда привозили сюда КамАЗ «Щебня». Это было временное решение, и с тех пор ямы так и не заделали. Мы с ребятами, с активистами молодой гвардии предлагаем свою помощь. Мы готовы организовать студенческие отряды, выйти, помочь, чтобы удешевить хоть как-то процесс строительства дороги. Ежедневно по Огородной проходит большой поток транспорта. Пока проблема не решена, автомобилистам приходится объезжать ямы. И иногда это получается сделать только с выездом на встречную полосу.